Привет всем, друзья! В 2024 году у нас опять такая холодина, минус 30, так неуютно на улице, такое солнышко, и предлагаю вам всем вернуться в 2023 год, когда все еще цвело, было зелено. Так вот, посредине зимы. Привет всем! Сегодня у нас 19 сентября. У нас продолжает все цвести. Стоит очень теплая погода, сегодня плюс 20. И на ближайшую неделю тоже такая вот хорошая погода. Заморозков не было, потом все целое, все цветет еще. Петуния даже он немножко еще зацвела. Рудбекия. Так вот, даже помидоры сами выросли, растут, цветут. Здесь ноготки, гелиотроп, такая вот немезия, она вообще не прекращает цвести, наверное, с конца июля, постоянно в цвету. Такой вот агератум, кустики, сальвия, флоксы однолетние. Цветут все лето. Вообще не прекращают ни на секунду. Такая вот красота. Такой вот еще красивый кустик гелиотропа. Такой вот красавец. Еще флоксы. Здесь вот так вот получилось, что практически одна расцветка. Немножко только белых. И тоже цветет и цветет, не переставая. Где-то, конечно, что-то отцветает. Где-то цветет петуния вот. Тоже уже остатки. Но тоже все равно хорошие. Такой вот амарант, огромный куст, тоже очень красивый, конечно. С какой стороны к нему не подойди, все равно красиво. Там фасоль, дурман тоже большущий такой. Ну, такого давно не было, конечно, чтобы в середине сентября, уж даже позднее, а заморозков все нету. Все целое, все цветет. Может, из-за того, что лето было, такое начало было холодное. Весна тоже прохладная. Поэтому все вот такое долго цветущее в этом году. Такие вот косы у амаранта огромные. В огороде уже картошку выкопали. Вот. Все продолжает цвести. Астры, ну, немножко уже процветают. Клубника еще цветет. Здесь флоксы в горшках. Вот до этого они вообще были такие пышные. Но сейчас уже, конечно, на остатках. Где что цветет, где нет. Здесь вот кустик флоксов тоже такой красивый. Петуния, тайдалы цветут. Кориопсис цветет. Здесь вот гортензия немножко начинает зацветать. Такие вот веточки надо будет прополоть. Картошку копали, уже все позаросло. Бархатцы такие вот красивые. И кориопсис желтый. Тоже вот такая вот полянка цветов.
как одуванчики они. Такие желтые, долго цветущие тоже. Цинии тоже цветут, георгины кое-где, дурманы высоченные. Здесь, наверное, 3 метра они повыросли. Поэтому вот так вот остатки цветов все цветут и цветут. Сейчас уже вечер. Немного оборвали листья на капусте. Все лишние. Ну, оставили где 2, где 3. Вот так вот. Такая капуста. Большая, хорошая. Уже в третий раз нужно будет убирать урожай из капусты брокколи. 2 куста попались вот такие. Вот они потом опять плодоносят, срезаешь, и они снова, ну, первая большая головка, а остальные вот такие вот небольшие, но тоже хорошо, можно пожарить. Там здесь немножко проглядели. Вот 2 головки еще выросло. Такой вот лучок сорвали, парей на еду. Здесь тоже вот такая вот капуста наросла. Хорошая, крупная. Вот эти вообще такие огромные кочаны. И вот еще один куст брокколи. Здесь тоже вот 1 головка. Здесь вот 2. Ну, какая хорошая. Сейчас сорвем на жарку. И вот 3. Тоже такая небольшая. Сорву вот такой вот кабачок на жарку. Свежий, молодой. Продолжает цвести дурман. Такой вот кустик. Петухи у нас что-то кукарекают к ночи. Так, вот уже солнышко он садится. Все еще вот так вот цветет. Надо будет как-то морковку еще убирать, свеклу. До дождей посмотрим. Вот такой вот уже сентябрьский урожай капусты. Такая вот она хорошая. Ну, чтобы пожарить в самый раз. Собираю урожай. Вот такие вот полезные кукурузные рыльца. Их мы просушим. Вроде как они для печени полезные. Может, еще для чего-то. Если кто знает, поделитесь в комментариях. И такая вот кукуруза. Сейчас мы унесем ее в дом, пускай она просушится. Такие вот початки. Где-то покрупнее, где-то, наоборот, помельче. Но они вот такие вот красивые. Вечером так быстро темнеет. Буквально еще светло было. Сейчас уже все темнее, темнее. Вот такой вот вырос перец. Белое золото. Это вот в грядке. Сейчас получше покажу. Такие вот перчины. Хорошие. Ой, крупные. Такие вот. Там тоже. И другой перец тоже он там вырос. Тут надо бы тоже все убирать. Ну так в целом хороший вот такой вот. Он вообще желтый будет. Сейчас такой вот. Вот еще желтенькая. Бегонии переехали в теплицу. Вот такие вот клубневые. Стояли на улице. Сейчас все в теплице. И желтые. Такие тоже красивые. И красные. Вот такие вот. Все цветут и цветут. Какая красота. Помидоры еще не убраны, он все висят. Такой вот урожай томатов. Везде, в принципе, есть. Здесь он
Всякие томатики. Тоже хорошие такие вот. Но больше всех в этом году мне лично понравились вот эти томаты. Сейчас я сорву какой-нибудь вам показать. Такие вот они. Солнечные, такие оранжевые. Очень вкусные. Называется томатосоль. Сортовой, можно собрать будет свои семена. Они у Садов России очень дорогие, вкусные, не трескаются. При этом именно вкус у них не кислый такой, а вот такой сладковатый. Очень хорошие. Поэтому сорт этот будем выращивать. Столько уже листьев нападало. Уже осень. В саду. И рябинка. Ну, уже все. И в рябинкиных листьях. Поэтому осень-осень. Так быстро наступает. Калины тоже в этом году много. Вон какие грозди висят. Всем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал. Делитесь с ним видео с друзьями. Заходите почаще в гости. Всем пока-пока. И всего самого-самого доброго.